Выставка, конечно, очень ответственная. Это продолжение серии выставок «Искры жизни», которая была 10 лет назад. Версия 2.0 не случайно называется. Название говорит за себя. Это некий новый уровень, некое новое достижение, я надеюсь. И связано оно с тем, что эти прошедшие 10 лет для меня в основном были окрашены пленэрными поездками, пленэрной живописью. Не случайно мы проводим выставку в выставочном зале Московского союза художников «Кузнецкий мост 20». И вот эти 10 лет прошли у меня как раз-таки в очень тесном сотрудничестве с Московским союзом и прежде всего с проектом Московского союза «Русская провинция» под руководством Грошева Петра Ивановича. Концепция именно этой выставки еще охарактеризована тем, что вот так вот, когда мы ездим на пленэры, обычно это бывает картина, маленькая картинка, этюд, зарисовка. Но последние годы я поставила себе задачу не только такими этюдами завершать пленэрные поездки, но и создавать пленэрную картину, то есть делать историю. И история эта должна быть разноформатная. Это вот такая моя творческая задача новая была. И последние вот 2-3 года я стремилась на пленэрах создавать истории. Замечательные проникновенные работы. В основном это пленэр. Пленэр Подмосковья. И есть московские пейзажи. Я с ней познакомился лет 10 назад, когда я как руководитель пленэров возил группу художников, и она к нам присоединилась. И очень понравилась коллективу, ее замечательная техника, замечательный характер. И так вот до сих пор мы дружим. Она все больше и больше набирает вес в своих замечательных творческих работах. Здесь идет такой творческий процесс внутренний роста. И вот это вот очень важно для художника. В таком объеме первый раз увидел ее работы. Они очень разные, очень разные. Но это очень хорошо, потому что и нельзя же сказать, что она сформировавшийся уже такой художник, которому там 70 или больше лет, вот как мне. Поэтому она пленэрный художник. И у нее с пленэром все получается. Олечку от всей души поздравляю, желаю ей только благоприятного пути вперед, несмотря на это тяжелое и непростое время. Честно говоря, восхищена энергией и экспрессией в работах Ольги Симоновой. Выступает здесь как очень интересный сложившийся мастер живописи. Хочется Оле пожелать накал не сбавлять. Конечно, энергии много, и хочется пожелать ей больших-больших успехов в дальнейшем и здоровья, конечно.